Пьем за обычные ноги чистить. Надо выбирать. Картина красивая. Αυτό εδώ τι είναι, ρωτάνε. Αυτή είναι μια σπηλιά που πρέπει 500 χρόνια, 300 χρόνια, δεν ξέρω, και αυτή είναι 200 χρόνια. Он говорит, так нашли его вот этот вот это здание таким образом, но говорит, также был там вход, ему уже 500 лет. 500 лет, он сказал. Ну понятно. Запасной выход. А, кстати, вот, да. Длинный таракан. Обратите внимание, здесь раньше собирали дождевую воду. Вот это туда стекалась крыша, вода, и вот именно сюда. Многие спрашивают, почему не вытекал. Но если вы обратите внимание, что как идет, как, да, как ванна. Да, как ванна. Поэтому, конечно же, сколько здесь очень большое количество воды собиралось, но, естественно, не вытекало. И вот этой водой местные жители пользовались в летний период, когда здесь не было воды. Также я вам за это все расскажу поподробнее. Пойдемте дальше.